Всем привет! Итак, очередной партией в рубрике «Классическое наследие» будет партия, сыгранная Робертом Джеймсом Фишером на Всемирной шахматной олимпиаде. Команда Соединенных Штатов играла с командой Чили 24 октября 1960 года. Роберт Джеймс Фишер играл черными. И с перестановкой ходов у них получилась позиция из варианта четырех пешек с староиндийской защитой. Здесь белые сыграли Е5, ход вполне возможный. И именно из-за него, из-за этого хода, черные предпочитают играть D7, D6 в этой позиции. Тем не менее, ход Е5 не настолько опасен, насколько кажется опасным. В этой позиции у белых ряд интересных возможностей. Белые сделали самый напрашивающийся ход F4, хотя вот играли и H4 с идеей там быстренько дать мат. Одну партию я вклеил в файлик, посмотрите под видео, скачайте в формате PGN, можно будет все это разобрать самостоятельно. Накамура против Крамника не играл конь F3, он играл в этой позиции D2, D4, то есть у них эта позиция возникла через анти-Грюнфельд. И после C5 возникла позиция, характерная для защиты Бинони, примерно равная, то есть у черных чуть-чуть похуже. Белые отказались здесь от ничьей, сыграв ладья E1, но в итоге не уследили за пешкой А4, двинули ее на А5 и потом потеряли, проиграв партию. Рене Летелье сыграл F4, и этот ход самый напрашивающийся. После D6 возникает позиция, характерная для варианта четырех пешек. E4, D6, F4. И здесь самый сильный и самый популярный ход. Естественно, короткая рокировка. Белые чаще всего теперь играют конь F3. И дальше возможны различные разветвления. Но могут пойти и Е5, получая позицию из партии Летелье Фишер. Конь ушел на Е8. Да, вот тут тоже важный момент. Ход конь Е8 имеет наилучшую статистику. Хотя, конечно же, и конь D7, и конь G4 вполне возможное отступление. Белые сделали очень много ходов пешками и отстают в развитии. Вот. А эта позиция у Фишера встречалась не в первый раз. На чемпионате США среди юношей, по-моему, Эндрю Шон играл против него конь F3. После чего, вполне в духе защиты Алехина, черные разбили центр белых и получили очень приятный эндшпиль. То есть у них все фигуры в игре, слон на А6 не удел, ладья H1 тоже не работает. То есть у белых проблемы с взаимодействием фигур, они быстренько потеряли пешку и удержать эту партию не смогли. Рене Пелетье сыграл иначе, он не позволил связать коня ходом слон G4. И тут последовал очень сильный ход C5. Создается впечатление, что черные просто зевнули важную центральную пешку. Потому что пешка D6 связана, ни DE, ни DC, давайте красненьким выделю, сыграть нельзя, потому что у черных подвис ферзь на D8. Однако после конь C6 уже угрожает взятие на E5. И после размена белые сыграли конь E4, но если бы они взяли на D6, мы видим, что преимущество в развитии черных становится, ну, просто очень угрожающим. То есть белый король застрял в центре, линии Е и Д открыты, и даже если удастся поменять ферзей в какой-то момент, это не спасет белых от опасной атаки. После конь Е4 белые хотели упростить, после ДЕ взять на Д8, сделать длинную рокировку, вроде как развитие заканчивается, а то и вообще слон c5,
забрать качество. Вот. Но следует слон f5, конь из центра оказался вытеснен. И черные настаивают на том, чтобы белые взяли на d6. На ed последует, скорее всего, конь бьет d6 с нападением на пешку c4. Впрочем, неплохо и слон бьет b2 смотрится. Пешка d6 висит, ладья на a1 висит. И слон c3 шах крайне неприятно угрожает. Последовало конь f3, ферзь c7. То есть Фишер не торопится со взятием на e5 при короле на e1. Вполне естественно желание черных замотовать своего противника. Здесь белым пришла в голову очень интересная идея. И если бы не шахматный гений Фишера, не исключено, что они бы отразили угрозы черных, закончили развитие и получили бы хорошую игру. После ДЕ очень сильная идея F5. Теперь если пешку, ну если слон отойдет, то белые выигрывают темпы для развития. Если взять на F5, то после конь бьет F5, подвисает слон на G7. Вообще конь на F5 шикарной фигурой является. А если его забрать, то потом слон D3, и белые начинают атаковать по белым полям. Здесь, конечно, стоит немножко призадуматься, и можете даже нажать на паузу, поискать ход, который сделал Роберт Джеймс Фишер. Хотя, раз отступать слоном нехорошо и брать на F5 тоже, вполне логично, что черные ответили E4. Такой жесткий удар, взятие конем на E4 после слон бьет F5, приводит к тому, что конь оказывается под неприятной связкой. Давайте посмотрим на конь e4, слон f5. На слон d3 еще конь b4. И у белых огромнейшие и, видимо, неразрешимые проблемы. Угрожает все, вплоть до слон бьет b2. На взятие ферзем черные сыграют, скорее всего, просто конь d6. Можно взять на b2, кстати, было. И потом конь бьет f5. Неплохо, и слон бьет b2, наверное. Напали на ладью, хотим дать шах на c3. Идея конь d6 сохранена. Неплохо и gf. На конь бьет f5 будет ферзь h4 шах. На ферзь c2 будет вилка. Так, на конь f5 не ферзь, а ферзь a5 шах. И пропала лошадь. Ну а на ферзь h4 достаточно, наверное, слон бьет b2 или тоже, допустим, ферзь a5 шах. Ну, кстати, ферзь h4 создает проблемы. Поэтому я бы выбирал между слон бьет b2 и конь d6. Вот. Белые взяли на e6, черные на f3. Теперь, если срубить на f7, то ферзь выскочит на f7. По линии f возникнут какие-то серьезнейшие неприятности. Будет угрожать и FG там, и просто отступление коня и ладья E8. Поэтому последовало GF. Теперь, если черные съедят на E6, то у белых в руках окажется отличный опорный пункт для их фигур на E4. Что даст им очень неплохую игру. Следует еще один великолепный ход F5. Угрожает двойной удар. После F4 черным теперь нужно как можно быстрее добраться до белого короля. Это можно сделать именно по линии E. То есть как можно быстрее. То есть на E6 надо отнимать ладьей. Конь F6, ладья E8. Следующие ходы комментариев не требуют. Ладья бьет E6, ладья E1. Белые хотят защитить слона E3. И делают это. Они защитили слона E3. В этой позиции я снова всем, кто ее не изучал, не сталкивался с этой позицией, рекомендую нажать на паузу и подумать, как же продолжить атаку черным. Собственно говоря, партия закончилась очень быстро. Последовал страшной силы удар, ладья бьет E3. Ну, брать надо. И еще раз ладья бьет E3. Король бьет E3, белый король вышел в центр, и осталось нанести завершающий щелчок.
Еще раз нажмите на паузу те, кто не угадал ход ладья бьет Е3, и поищите ход в этой позиции. Потому что нахождение этого хода вам доставит огромное удовольствие самостоятельно. В общем, последовало ферзь бьет f4, и белые сдались, так как после ферзь бьет f4 как же его сделать-то новым вариантом? В общем, после ферзь бьет f4 белые сдались. Сейчас мы это напишем. Брать на f4 нельзя из-за слона h6. Это неожиданно. Мат. Так, в стиле старых мастеров, да? Три легкие фигуры против практически всего войска противника. Но отступление на e2 не годится из-за конь d4. Ну и после король f2, конь d4, ферзь d1, конь g4, шах. Нельзя уходить королем на g2 ввиду конь e3, вилки. И белые теряют слона с шахами, причем и атака черных очень быстро решает исход партии. В общем, всем спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, записывайтесь на тренинг. До свидания.